Работает все это дело по принципу ножниц. Попадает камышина между вот этим зубом. И ее просто щелкивает. Она внутри пустотелая. Обычным диском в воде невыносимо косить. Потому что воду подкидывает. Ужас как. И камыш, он просто будет отбиваться. Она будет сама по себе его отталкивать. В таком варианте камыш отлично под водой. Мало брызг. И его не откидывает. Его зажимает и тупо режет. Подписчики, гости моего канала, решил я сделать себе насадку для того, чтобы косить камыш под водой. Был как-то на рынке, и человек интересовался там у продавца, где вот мотоблоки все эти продаются, все остальное, про насадку для камыша, чтобы косить его под водой. Я живу возле речки. Мне нужно его удалять как-то, чтобы лодку там из воды нормально доставать. И, как говорится, и удочки закидывать не мешало. Вот редуктор у меня есть.
для косы. Буду его использовать для того, чтобы это все дело не разбирать. А вот открутил два болта, снял, нормально поставил. Этот будет чисто для камыша под водой. Что мне нужно? Старый, уже такой подношенный, подточенный диск. Старый пильный диск. Кстати, его использовал как кусторез. Поросли косить тоже ставил на триммер. Победитовые на пайке, вроде все еще целые. Но если по камням не ездить, то они будут держаться капитально. Так, коронки по металлу для того, чтобы высверлить нужный диаметр. Переходничок буду делать из фанеры влагостойкой. Правда, она у меня чуть толще, но сниму там слой за слоем до нужного мне размера. Что мне нужно сделать? Мне нужно здесь будет расширить немножечко, так чтобы проходила вот эта шайба. Сейчас это все дело вымеряю. Вот я взял вот так шайбу, поставил сюда, она чуть больше. Вот так вот наметил, и круг у меня появился. Все это сейчас засверлю, вырежу, резать, сверлить буду и вырезать, выламывать зубилом. Если я начну вырезать резаком, либо сваркой выжигать, и диск деформируется. Мне нужен такой диск. Ну, возможно, можно сделать его из чего-то другого. Короче, сейчас я все это сделаю и покажу дальше, что у меня получилось. Итак, продолжаем. Вот расширил здесь. Шайбуха теперь спокойно становится. Есть зазорчик нужный мне. Вот все это дело шлифанул болгарочкой. Вот такой огрызок диска в ноль практически сточенный. Сюда он залазит и обработал. Все отлично. Так, теперь сейчас вырежу нужную мне запчастюлину из фанеры. Не буду заморачиваться с металлом. Это будет проще и быстрее. Итак, снял я нужные мне количество слоев. Вот так все это дело окультурил. Теперь оно становится вот так вот. Ставится шайба. Тут есть зазорчик нужный мне. Все это дело еще прикрутится. Потом поставится диск. И видно, не видно будет, не знаю. Вот так вот. Тут есть несколько миллиметров. Все это еще протянется, притянется, чтобы стал второй диск. Сейчас соберу, покажу. Вот так все это дело выглядит. Тут сделал по тайчике. Это все будет у меня на шурупах. 6 шурупов, я думаю, хватит. Все, теперь я сейчас вот так вот это дело выставлю ровненько. Прышуруплю. Вот. Зубы должны стоять сюда, навстречу диску, чтобы камыш становился сюда. Ну, понятно. По одному зубу я удалю. Зубы буду удалять те, которые торчат вот в сторону диска. Те, которые идут в другую сторону, я их не буду. Они как раз вот вровень. Все. Вот такая штука у меня получилась. Шурупы спрятались в потае. Все-таки победит, я решил отбить. Потому что, не дай бог, сломается, потом будет их хуже переделывать. Все, вот так отбил, придал форму. Стоит она навстречу диску. Сейчас диск этот я уже отметил по размеру. Как раз по краям обрежу, придам ему немножечко нужную форму. Потом покажу. Вот обрезал его по размеру, как мне надо. Придал ему форму. Вот такую. Получился у меня он. Вот. На уровне вот этих вот зубов. Видно, да? Вот они зубы, вот он диск.
Все, сейчас я на диске сделаю, вырежу определенную форму, покажу. Так, вот такая получилась форма зубов на диске. Все, его хоть так ставь, хоть так ставь. То есть смысл понятен, да? Вот он, зажим. Все, сейчас собираю и иду пробовать. Итак, друзья, испытание насадочка прошла замечательно. Косит камыш как сверху, так и под водой. Вот такая вот штука. Не боится никаких там этих самых нежданчиков, потому что зубы не дают ей дальше. Бывает, закусит там какую-то ветку, достал ее. Главное, газ не бросать. Короче, будет у меня еще такая штука. Все, всем пока, всем удачи. Может, кому-то и помог решить эту проблему.